я считаю, что сегодня была очень качественная игра с обеих сторон. Сегодня был футбол довольно высокого качества. Хорошо, поле здесь хорошее, позволяет играть в хороший футбол. Обе команды приложили максимум усилий для того, чтобы победить в этой игре. Я считаю, что мы сегодня сыграли очень качественно в защите, потому что мы работали целую неделю после того, как мы в двух последних играх напускали таких неприятных голов. Сегодня у меня нет претензий по самоотверженности, по самоотдаче нету к ребятам, хотя мы играли против очень физически сильной команды, скоростной команды, которая находится в прекрасной форме. 4 победы подряд было. Вот. И в случае победы нас даже обходили. Вот. Поэтому мы настраивались на то, чтобы сегодня уехать с очками отсюда. Да, мы создали более качественные моменты, чем соперник. У нас было 2 момента, я считаю, 100%. К сожалению, это наша болезнь, мы не забиваем в этих моментах. Поэтому я, в принципе, очень доволен тем, как ребята сегодня отыграли, на каком эмоциональном и вообще на хорошем уровне отыграли игру. По сравнению с прошлым матчем, насколько я не ошибаюсь, 3 замены у вас было. Можно ли сказать, что это те кадровые изменения, о которых вы говорили на последней пресс-конференции, что будете прощаться, или это были просто эмоции, сегодня были вынужденные вкрапления? Ну, мы прежде всего исходили из нашего сегодняшнего соперника, поэтому, учитывая сильные стороны соперника, мы сегодня и перевели некоторых игроков в линию полузащиты, того же Олега Майка, который сегодня сыграл просто хорошо, выполнил на 100% установку, вот, и хорошо сыграл. Бадри тоже сыграл довольно неплохо на фланге. Поэтому Удад качество, но еще парень молодой, парень расти надо, конечно, но все равно боролся, цеплялся, вот, давал нам возможность выходить в атаки, поэтому я заменами доволен. Я вообще ребят похвалил, сказал, что сегодня вообще одна из лучших игр, которую мы сыграли, потому что и соперник был достойный, и мы сыграли очень хорошо. Света? Ну, я хотела этот вопрос спросить про центр поля. В прошлом матче Трубочкина вы там пробовали, сейчас Майка, вы ищете варианты, да? Ну, Трубочкина мы пробовали в опорной зоне. Сегодня Цибульник вернулся в эту позицию. Саша сегодня отыграл так, как надо. Вот если он так будет играть, то меня устраивает такая игра. А обратная замена Жикова с чем связана? Ну вот это вот вопрос того, что те молодые ребята, которые только пришли к нам из дубля, с молодежного состава, еще физически им чуть-чуть тяжеловато. И вот видно было, что он, в принципе, не то что выпадал, но видно было, что он не успевает чуть-чуть и отсюда задохнулся, ошибки начал, так сказать, допускать технического характера. Поэтому мы выпустили более опытного футболиста. Я считаю, что с выходом Суареса мы как бы довольно уверенно провели концовку игры.